вы говорите? Ну? Пейнтболист или пейнтболец? Не знаю. Пейнтболюк. Особенно ты. А я вот после бутылки пива лучше стрелять начинаю. Меткость повышается. А для фуражу тебе говорят. Не, ну на игре, ребята, пить это не серьезно. После игры, да, фуражу, не фуражу. После игры. Победители — это те, у кого больше коньяку. Настоящему пейнтбольцу надо только одного. Классных шариков немного, да и воздуха баллон. Если ты, чувак, пейнтболец, ты найдешь себе оттяг. У любого пейнтболиста хоть разок, но был синяк. Разгрузки, казачки, синячки, расколочки, баллоны, фидеры, эх, стволы да маркеры. Ну а если наш пейнтболец вдруг немного загрустит, он заправит. Ну а если трудно станет, постреляет мне в попад. Эх, трава ты, травушка, травушка, муравушка. Эх, гранатки, бомбочки, тубочки да шарики. Эх, разгрузки, казачки, синячки, расколочки. Эх, баллоны, фидеры, эх, стволы да маркеры. Так, ладно, теперь серьезно, собрались все. Дружно засыпались, пошли. Судья, проверь его, проверь его, судья, проверь. Маклауд ушел, Маклауд. Пораженный игрок, пораженный. Алло. Алло, меня сейчас убивают, я не могу говорить, перезвоню. А где наши? Куда пошли? Тихо, я сейчас тоже пойду. Покажи маску. Куда ты пойдешь? Маску одень. Какая маска? Офигенно. Пробежь глаз. Война фигня. Главные маневры. Видел, как шар прилетел вообще. А под вечер пейнтболисты соберутся у стола. Я вот так вот иду. После пары литров пива прояснится голова. И за выигранный О, братва подтянулась. Командир, где жена моя родная? Что